Самая горючая смесь для здоровья спортсмена. Смесь получается именно горючей. Бодрость на весь день и хорошая работа сердца обеспечены. Очищает кровь, очень хорошо помогает укрепить наш иммунитет. Если разобрать каждый компонент, то это просто панацея. Курага – источник калия, чернослив оздоравливает кишечник, изюм питает мозг, орехи – источник полиненасыщенных жиров, которые снижают риск сердечных заболеваний. В пользе лимона и меда сомневаться не приходится. Первое. 300 грамм грецких орехов. Второе. 300 грамм кураги. Третье. 300 грамм инжира. Четвертое. 300 грамм чернослива. 300 грамм черного изюма и 2 стакана меда. 2 лимона. Пропорции не слишком принципиальны. Можно добавлять и другие орехи и сухофрукты. В любом случае это будет кладезь витаминов и микроэлементов. Сухофрукты следует хорошо промыть в теплой воде и немного подсушить. На мясорубке перекручиваем все сухофрукты и лимон вместе с кожурой, без косточек. Готовые перекрученные сухофрукты и лимон хорошенько смешиваем с медом и укладываем смесь в стеклянную банку. Держать смесь рекомендуется в холодном месте. Витаминная смесь из сухофруктов готова. Теперь можем регулярно употреблять это средство по одной чайной ложке в промежутках между приемом пищи 2-3 раза в день. Так мы сможем укрепить иммунитет и забыть про простудные и другие заболевания. Употребляем это средство до тех пор, пока оно не закончится. Затем делаем перерыв 1-2 месяца и можно снова это все повторить. Давайте рассмотрим ингредиенты и их питательные свойства. Предлагаем его рецептор. Курага содержит большое количество магния, кальция, калия, железа, витамина В5, пектина и органические кислоты, выводящие из нашего организма тяжелые металлы и радионуклиды. Также она очень богата фруктозой, сахарозой и глюкозой. Курага полезна при сердечных заболеваниях, анемии, при проблемах со зрением и очень хорошо помогает укрепить иммунитет. Курага способна размягчать опухоли, устранить закупорки сосудов, а также омолаживает кожу и укрепляет волосы. Чернослив не менее полезен, чем курага. Он содержит клетчатку, органические кислоты, лимонное, яблочное, салициловое, щавелевое, минеральные вещества, калий, кальций, железо, фосфор, натрий и витамины А, В1, В2, С, П. Это королевский продукт, помогает от многих заболеваний, сердечно-сосудистые заболевания, онкология, гипертония. Кроме того, чернослив помогает нормализовать работу пищеварения и улучшает водно-солевой баланс. Изюм – это идеальный источник для получения энергии. В нем содержатся калий, железо, марганец, магний, тиамин, клетчатка и витамины В1, В2, В5. Изюм рекомендуется употреблять при расстройствах нервной системы и сердечно-сосудистых заболеваниях. Он широко применяется как профилактическое и лечебное средство при анемии, заболевании печени, почек, желудочно-кишечного тракта. Органические кислоты, содержащиеся в изюме, полезны для укрепления зубов и десен. Грецкие орехи – это самый полезный вид орехов, который желательно включать в свой ежедневный прием пищи. Грецкие орехи содержат самое большое количество антиоксидантов, которые эффективно помогают укрепить иммунитет. Как утверждают ученые, полезное влияние антиоксидантов на организм в 15 раз сильнее витамина Е. Регулярное употребление грецких орехов сокращает риск заболевания раком, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и многих других болезней. А сочетание орехов с медом представляет собой очень полезный и уникальный продукт, активирующий обменные процессы, тонизирует и укрепляет организм, помогает восстановить силы после умственных и физических нагрузок. О пользе лимона можно говорить очень много. Всем известно, что он очень богат содержанием витамина С, который необходим для укрепления организма, особенно в период простудных заболеваний. Поэтому нет сомнений, что витаминная смесь из сухофруктов, лимона и меда очень эффективна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, нормализации гемоглобина в крови при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. И самое главное, витаминная смесь помогает укрепить наш иммунитет. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья!